Всем привет, ребятки, меня зовут Александр, и вы смотрите YouTube-канал Nation Play. Мы продолжаем играть в эту замечательную игрушку под названием Timberstone. Я не помню версию, но вообще она офигенная игрушка. Что-то они меня... Все стоят такие, встали такие, все обычные какие-то. Слышь, что ли, меня? Что я вам сделал? Эй, аккуратнее. Так, нажимаем. Начинаем игрушку, ребятка. Сейчас найду. Во! Так, в прошлой серии мы там строили, да? Нам надо сейчас стены возводить. Кстати, ребят, я подумал, нафиг я, короче, это выключу. Пусть они засеивают. Дальше продолжают засеивать, потому что нам нужно много еды. А это тоже еду хорошо дает, так что пусть. Мы лучше сейчас пшеничку добавим, потому что нам пшеничку. Наконец-то запомнил это слово пшеничка. Пшеница. А, нам надо очень много все застроить здесь. И ее надо много будет. Вот так что пусть она у нас будет. Так. Строить все. Шахт у нас нормально тоже здесь. Золото, смотрите. Опа, золото. Круто, круто, золото нашел. Малорик. Малорик. Так. А, здесь строится тоже все вроде, да. Тоже нормально все у нас идет. Потихонечку. Так, что там у нас? Тут нормально. Пока все нормально. Два минера. Пашут, пусть пашут. Так, костер надо подбросить, дровишек. Опа. Ах ты, скот, на нас решил он напасть, да? Кто тут, на кого он? Походу на охотника моего, да? Охотник, ты где? Ты где, охотник? Я тебя не вижу. А, вот он идет, охотник. Сейчас мы будем наказывать. Смотрите, вот почему я вам говорил, что, ребят, надо дубиночку. Сейчас будем наказывать, смотрите. Сейчас вот так его остановлю. Нажму на него, на жука на этого. И нажму вот эту кнопочку. Иди сюда. Сейчас он этого паучка будет бить. Видите, дубину достал. Сейчас будет бить его. Все, убил. Красава. Вот зачем бита нужна. Бита нормальный дамаг дает. Да и ножик у него хороший дамаг. Но лучше пусть у всех бита будет. Бита все равно лучше. Вот, сейчас соберет он там внутренности всякие. Собрал. О! Паутину взял. Три штучки, нормально. Так, возвращаемся в лагерь наш. Вот тыква у нас сколько, да, ребят? Смотрите-ка. Побольше перемоточек. Да, отлично. А, еда. Сейчас пока семена собирают. Вот, 10 еды, всякой херни набрал. Спят. Это кто у нас? Каппинг? Да. Булдером иди пока, работаем. Так, нажимаю опять эту волшебную кнопочку. И всех... Пусть пока двое работают этим булдерами. Потому что нам сейчас здесь надо закопать будет. И вообще стену надо делать. Делать стенку. Вот, ребят, я еще подумал, чтобы они не бегали. Нам надо будет поставить еще один здесь склад рядом. Чтобы они далеко уж не бегали. Прямо вот здесь один склад поставим. Вот так вот поставим склад. И отлично будет. А то они бегают далеко, видите, бегают сюда. Лучше ближе, чтобы таскали быстрее. Так, здесь спит у нас булдер один. Булдермен. Так, расширим склад. Этот все у нас до максимума, видите, 1500. А получается, в общем, 1840. И этот сейчас 300, сейчас расширяем 500 еще. Расширяем. Уже 500 будет. Вон, видите, тык-тык. А, это берет камень. Спит, как всегда. Ладно, пусть спит. Пусть спит, чё? Чё уж.
Дерево тоже расширим. Так, а чё я жду-то? Надо фермерам еще вот здесь поставить, чтобы они делали, да? И отлично будет. А почему? А, здесь камень. Скотина, а. Вот камень, да? Скот, надо его убрать. Из-за камня не ставится больше. Камешек там, камешек. Так, Петрович отдыхает. Не, не Петрович, как там? Леонард. Леонард отдыхает у нас. Это кто у нас? Я не знаю, кто это у нас. Короче, пофиг на них. Вильямс, вот это дедушка Вильямс. Давайте, копайте. Так, что нам еще надо? Сейчас фермы. Сейчас наши фермы раздвинутся, расширятся, и да, нормально пойдет. И сейчас мы уже загоны скоро начнем делать. Сейчас еще накопим соточку хотя бы пшенички. И вообще отлично будет. Отлично будет прям. Прям отлично. Так. Че вы расширяете? Нет, нет, не хотят пока. Расширять. Строить пошел. Так, надо этот, ребят, надо. Здесь потом, в принципе, проведем. Сейчас главное вдали вот здесь сделать стену. Стену. Вдали надо сделать, чтобы нам это... ну, потому что оттуда враг больше вероятности пойдет, нежели отсюда. Хотя может вот отсюда еще пойти откуда-нибудь вылезти. Да, ферму надо это, не ферму, а пастбище надо уже делать скоро, потому что животные ходят, ждут, когда их заберут. Вот, такие вот пироги. А чё, всё, что ли вы? Нифига, какие молодцы, давай, работай дальше, чё. Чё ушли-то, давайте быстро. Пошли быстро работать, быстро сказал. А, стоп. Я вот тут штуку одну видел сейчас. Вот она, по-моему, да? Это вот как раз лиса, походу, да? Для шахты, по-моему, лиса, да, это? Да, точно, ребят. Это лиса для шахты. Все, отлично. Сейчас будем экспериментировать как раз попозже немножко. Эти леса сейчас вот здесь еще надо откопать, выкопать. Леса, значит, это, походу, да, точно. Так. Где они там были? Нет, ну тут, вот тут. И тут, да? Вот они. Это леса, значит, да. Так, вот так, ой. Одну поставим. Сейчас построит нам он. Ее построит. Вот, да, точно леса это, походу. Лазить. Эти отдыхают нормально вообще, подстилки. Подстилки такие вообще. Кожа и солома вообще отлично. Но это не пшеница, это солома, я так понял. Да, какая нахер? Ну вообще пшеница вот это, а это солома. Как я понял. Так. Они дальше пошли. Давайте, ребятки, молодцы. Да, реально. Вот, смотрите-ка, да. Это леса, как бы. Лазить. Вот шахты как раз выкапываешь. И леса эти ставишь, они там лазят. Я просто видел. А вторая вот эта штука, это, по-моему, забор, да? Вот это, да, это забор, по-моему. Для скотины как раз загоны делать. Ну, блин, все другое совсем. Все переделали. Молодцы вообще прям. Круто. Копай.
Вот, молодцы, прокачали. Давай еще прокачивай один. Так, попробуем леса еще поставить вот сюда вот. Так, 200 уже еды, смотрите-ка, ребят, вот тыкву собрали. 200, нормально, нормально, нормально. Отлично, отлично даже, я бы сказал. 200 жратвы, жратвы, так. Так, а вот это убрать надо? Кто убрать? А, этот должен убрать. Сейчас его ставить опять надо. Ладно. Берем, ставим этот, ребят. Вот загон я хочу поставить. Я думаю, мы его поставим где-нибудь вот здесь, вот, да? Пока что или вот здесь. Где поставить загон? Хер знает. Давайте вот здесь поставим большой загонище. Вот так вот поставим. Нет, нельзя. Надо сначала этот убрать. Ладно, вот так сделаем. Такой загон сделаем. Здесь у нас животные будут в этом загоне. И забор надо сейчас ставить будет. Бревен надо много сейчас будет на забор. Ну ладно, пока леса. Да, это леса, ребят, реально. Вон, смотрите, тык-тык. О, кстати, вот здесь надо тоже выкопать металл какой-то. А чё, второй спать ушел? Не дошел, упал. Я спать хочу. А, да, минер. Упал там. Упал он там. Ну, 200 уже, 38. Отлично. Так. А кто у нас из минеров был лесорубом? Вот этот, да? Нет, не минер. А, да, минер. Вот, иди опять лес руби. Надо сейчас лесоруба. Дерева надо много. Потому что сейчас я буду ставить забор. А забор мне надо... Ай, куда я ушел? Вот сюда вот, да? А, вот этот... Вот забор. Ну-ка... Пусть вот так будет. Так. И дверьку поставим. Дверька у нас вот, по-моему. Нет. Во, фермерская дверька. Вот так пусть будет. Так, и поставим еще туда кормильня. Вот это вот. Вот это кормильня. Давайте штуки. Сколько стоит? Стоит 8. Две штуки поставим. Или одной хватит. Ну, две штуки, если у нас будет занят он, чтобы они не убегали далеко. Отлично будет. Вот, две кормили поставил. Отлично, отлично. Так. За место одного булдера картинг обратно вернем. Чтобы у нас сейчас построился. И нам надо еще курятина. Курятина, цыплятина. Так. Цыплятина, курятина, курятина, цыплятина. Так, этот охотник. Ты где у нас? Охотник, ты где? А, вот охотник. А, он собирает. Отлично. Пусть. Сейчас он придет, как раз еще соберет. И мы этот уже его поставим зверей собирать. Вот этих вот куриц там всяких. Шибирать будет. Шибирать их. Так, эти без дела ставят, как всегда. Как всегда без дела. А?
Масон, не понял. Масон спит, что ли? Так. Ладно, пусть спит. Забор все строит тут. Тык-тык-тык. Да, вот заборчик. Классный забор получается такой. Деревенский. Загончик. Загончик для скотины называется. Так. А что тут? Блин, я даже там выкопал. Сейчас я заделаю. Вот здесь надо заделать. Я же выкопал тогда. Так вот. Так, и ферма. Сейчас он заделает, поставлю. В принципе, нормально, хватит там. Столько хватит. Пшенички. Так. Лесоруб. Лесоруб. Так, то давай, харе, собирать пшеницу эту. Все, харе. 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 Хватит. Давай, все, и беги. Все, он теперь этим стал. И будет всегда теперь пастухом, который будет собирать животных, стричь их, кормить их, яички с курятины собирать будет. Вот сейчас этих куриц сразу заберет, он поймает, наверное. Так, Минер, давай вставай. Они все жалуются у меня, что-то какие-то недовольные. Недовольные прям какие-то они стали. Ну чё? Будете довольны. Когда мы разовьемся, будете довольны. Во, принес, видите, первую уже. Первую курятину. Курятина. Цыплятина, курятина. Вторую тащит курятину. Он прям через забор ходит. Зачем? Ой, через этот. Ой, куда она пошла? Обратно иди. Иди в Бротну. Иди в Бротну, сказал. Так. Они убегать сейчас будут. Надо, короче, ребята, здесь тоже поставить этот забор. Блин, больше сделать забор, потому что реально сейчас убегать будет просто. Он убежал уже, видите. Гулять ушла. А чё, это другая какая-то? Он же её принёс. А, да, это всё моя курятина как бы. Курятина, цыплятина. И чё он и убежал? А чё не накормить не судьба, что ли? Ещё одну курятину тащит. Сейчас он её вернёт обратно. Когда они убегают, он возвращает. Ну, он идет и возвращает их. Или нет, а он за едой сначала пошел. Сейчас им положат еды. Возвращать пошел. Че они убегают? Конечно, правильно делать, надо возвращать. То убегают они, смотри-ка на них. Опять убежали. Сейчас построят, не будут убегать. Пошел возвращать. Ты придурок, вот это верни. Зачем здесь? Здесь убирает их. Жесть. Вот, там тоже вон смотрю. Полезные материалы. Уголек. Отлично. Сейчас построят, не будут убегать. Так. Что тут у нас? Эти спят. Фермер. Один пашет пока. Тоже спать лег. А, беда с ним. Опять убежали. Еще одну курятину тащит. Ты иди возвращай давай.
Пошел возвращать. Постоянно убегают. Сейчас сделают, не будут бегать. По идее, надо по кругу вот этот забор ставить, деревянный, чтобы они не убегали. Ну и такой можно. Кормушка. Скушали уже сколько-то. Вот они яички будут давать. Курица. Этих стричь будет. Вот сделаю. А, где она у меня? Вот ножницы надо будет сделать. И стричь будет. А что ты не делаешь? Я не понял. Вот. Ой. Ой-ой, не то. Вот это. Что надо? А, 8 это понятно. У меня их не бывает, потому что все время этот все таскает. Вон еще курятину, нифига ты куриц там нашел. Где их столько куриц набрал? Все отлично, загон у меня есть. Ты выспался, наверное, уже, фермер, давай вставай. Самый уставший. Ест стоит, что ли? Да, ест. Вот, торговец пришел. Но я ничего сейчас не буду, ребят, покупать, там, торговать. Мне не хочу, нахер. Мне главное, жители, что пришли сейчас. Еду накопить надо побольше. Вот, за 500 зайду, там жители начнут приходить. За 500, там около 1000 начнут. 1000 уже жители точно будут приходить. Вот так уже выглядит небольшой мой лагерь, первый самый. Вот сейчас мы разовьемся побольше и нормально будет все. О, тащит кабана. Вот он не тяжелый тебе, чувак. Тащит его. Кабан ведь тяжелый. Еще положил миды. Так, дерево давай там на рубиде. Сколько там у тебя? А, ты еще это спишь? Опа, что такое? А, это приходил ко мне. Чувак желтого сгорел. Торговец приходил. Так, ты давай вставай. Тоже жрать сразу побежал. Нифига не едят там. По 11 еды. На вас не наберешься, ребят. Не напасешься. Самый голодный, наверное, был. Строить пошел еще одну кормушку. А этот убежал еще за кем-то, да, походу? За курицей там или за кем-то другим. Ага, за барашкой тащит барашку. Барашку тащит. Да это не барашка, это какой-то этот... Длиннонос какой-то. Страшно вообще. Какой-то он. Ну, текстуры животных не изменились, по-моему. Такие же остались. Да и человечков тоже такие же остались. Не, никак не поменяли сильно так. О, еду тащит. Все, отлично. Две миски забиты. Можно еще за животными идти. Давай, беги. Пошел опять за животными. Которых я натыкал. В той серии я натыкал этих. Ну, в том видео. Натыкал на животных, чтобы он приносил. Вот сейчас он за ними бегает, приносит их. То есть потом он соберет, я еще пройдусь, может еще увижу животных. Опять, а, вот животное, да? Нет, пенек это. Опять потом пройдусь, посмотрю, может где животные появились. Еще опять ткну, вот курица. Он за курицей что ли идет? Нет. Там овца еще, вот овцу надо пометить. А, за курицей, да, смотри-ка. Смотри-ка, за курицей пришел. Курицы яички дают часто, хорошо вообще. Яички дают они.
Шахта наша копается. Зажигаем. Ты давай, харе, спать, иди работай. Спит он, смотри-ка, спит, ай-яй. Дерево давай добудь немножко, и мы тебя потом опять в минеры впустим. Потому что нам минеров второго надо. Тащут. Все, яички он собирает, видите, ребят? Кстати, убить животное, вот на это нажимаешь, и он убивает их. Но зачем? Зачем убивать, если они пользу приносят? Еду там, прочее, прочее. Сейчас он собирает яички. Вот, 4 еды собрал. То есть с каждого вот так. А чем больше их, тем больше он собирает. Круто, круто. Собрал, что там что-нибудь нарубил. Нарубил, молочек. Молочек нарубил. Так. Че ты все жалуешься? Че тебе все надо, а? Че тебе все надо, блин? Снимай слои пока. Работай, работай. Булдер побежал работать. Так, нас вон там еще забор не достроил, а потом слоями еще пойдем. Ду-ду-ду-ду. Чтобы никто к нам не зашел. Только здесь могли зайти. А то сейчас какие-нибудь эти... Пойдут какие-нибудь по 5 штук этих скелетонов, как раньше, помню, ходили они там кучками. Что-то вот эти пока не собирает. Нету, нету металла, нету, 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 нету. У кого-то еще тащит. Опять курица. Куриц, да, куриц у меня много. Много уже куриц. Уже 6 штук, сейчас 7 будет. Отлично. С них перышки. Перышки и еда, еда и перышки с них, по-моему, падают. С курицы. Что у вас, занес что ли вам нечего? Карпинг. Так. Строит. Молочек, молочек, строй. Лесоруб, ты давай, сейчас дорубишь. И я тебя заберу в минера, потому что надо помогать. Этот чувак у меня не справляется. Один там. Давай, сейчас придешь, и я тебя в минера поставлю. Вот, отлично. Еда. Еда пошла. Еда пошла, еда. 15. Вот, 250 почти. Сейчас соберут, мне кажется, там 400 может будет. Может 300 будет с чем-то. 350 может. Еще это собирать им надо. Много-много собирать. Давайте, собирайте. Так. Еще за кем-то пошел опять. Так, так, так. Ничего, я скажу, вообще круто. Круто, круто. Он говорит, что ему надо. Я хер знает, что ему надо. Хер знает, хер знает, что ему надо. Что-то он попрошайничает, что-то просит. Просит, что-то просит. Так, что там? Лесоруб, где он меня? Вернулся, нет?
Рубит еще. Руби, руби. Сейчас пойдешь в минера. А че, он второй заход пошел? Ты че? Ну-ка быстро в минера. Давай, доруби сейчас, и я тебе минера поставлю. Где минер, во? Пойдешь в минера у меня, потому что минера сейчас надо. Тык-тык-тык. Бран. Бран. Бран какой-то. Бран, давай в минера иди. Помогать надо там. Отлично, все, минер. Минер теперь ты минер стал. Вот у нас достраивается забор наш. Ну, как бы основа забора. Потом я буду слоями еще выше делать. Потому что надо, вот в первую очередь здесь надо выше сделать. Потому что со стороны откуда-нибудь пойдут ко мне тут. И это, негоже будет. Опа, что-то там. Фу, вот еда, видать. Еда, видите, ребят, еще не все даже собрали, а уже еды 319, как прибавляется хорошо. Так, я это, ребят, думаю на этом... Стоп, где там пауза? Пауза! Вот, паузу нашел. Я думаю, на этой ноте мы закончим, ребятки. Вот, это видео, эту серию, эту часть, или как там можно назвать. Вот. Меня зовут Александр. Вы смотрите канал Nation Play, мой канал, и вот. Комментируйте, ставьте лайки, если вам нравится. Подписывайтесь, в конце концов, если тоже вам понравилось. Если хотите со мной быть, общаться, там, переписываться в чатиках, если хотите, пишите, что хотите. Но только нормально, позитивно, ребят. И я отвечу обязательно. Вот, интересуйтесь. Если вам нравится мое прохождение, мои комментарии, вот, подписывайтесь. Вот. И всем мира, всем удачи, доброты. Хорошим надо быть человеком. Все хорошо в жизни будет. Давайте, ребятки, пока-пока, увидимся в следующей серии. Пока-пока, ребят.